Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамена Бутале Своям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванчакалпа Тарубьяшча Крипа Синхупья Эвача Патита нам павани бьо, вайшнави бьо, намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бутале Шимати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчате Деша Тарине. Сегодня, после Дня Явления Господа Кришны, у нас два праздника в одном. Нандотсава – это пир Нанды Махараджа, который отмечает день явления Кришны. И в этот же день, по счастливому стечению обстоятельств, явился Шрила Прабхупада, который и дал современному миру, западному миру, в частности, Кришну. Мы часто слышим, что мы следуем ведической традиции, ведическая литература и так далее. И также мы сталкиваемся с некоторым вызовом о том, что люди говорят, ну какая же это ведическая литература, где ж тут веды, где ваша ригведа, сама, яджра, дхарва, а если мы откроем их, что мы там ничего толком про Кришну-то и не найдем, что-то у вас другое. Новое религиозное движение, неоиндуизм, они говорят. Кто такой Господь Чайтанья? Непонятно. В Индии никто не знает его. Чханна аватара, скрытая аватара. И мы знаем, что во многом успех религиозного движения зависит от личности основателя, потому что это тот, кого вкладывается вера последователей. Если возьмете любую религиозную традицию, то увидите именно этот принцип. Пророк Мухаммед, Иисус Христос, Будда, то есть все основоположники таких наиболее известных мировых религий, это личности, которые обросли определенной славой, и последователи свято верят в силу, могущество, чистоту этих личностей, говорят об их непростом, необычном, божественном происхождении. Это очень важно, потому что это показывает нам, что вот наше движение, оно имеет божественную природу. То есть мы не стали жертвой какого-то там мошенника, который создал свою религию. У нас все авторитетно, могущественная личность. И важно найти какие-нибудь, может быть, даже ссылки в писаниях, которые подтверждают этот статус, это укрепляет веру. И в нашем случае общество сознания Кришны не является исключением. И сегодня мы отмечаем день явления Шрилы Прабхупады. И
Хотелось бы понять его природу. Мы можем говорить о нем как человеке, который родился в Индии 1 сентября 1896 года в Калькутте, в семье торговца тканями. Это историческая правда, но тот духовный вклад, который сделал Шрила Прабхупада, и резонанс, который он вызвал в мире, говорит о том, что кроме этого что-то другое должно быть. Мало просто родиться в Калькутте в каком-то там году, в семье торговца. Что-то другое должно быть, еще что-то более высокое. И есть такое произведение Шри Чайтанья Мангала, написанная поэма на бенгале, написанная в 16 веке вайшнавским поэтом Лучаной Дасом Тхакуром. И она описывает жизнь основоположника традиции Гаудия вайшнавизма Шри Чайтанья. И вот мы прочитаем оттуда небольшой фрагмент. Это Чайтанья Дас Тхакур в своей поэме, он как откровение такое, говорит от имени Господа Чайтанья, когда он говорит «Я», имеется в виду Господь Чайтанья. «В каждую эпоху я прихожу в материальный мир спасать святых и восстанавливать религию. Не понимая цели моего прихода, невежественные люди продолжают совершать греховные поступки. Мне причиняют боль, что после сатья-юги греховная деятельность постепенно нарастает по мере прохождения веков. Видя бедственные условия Кали-юги, я чувствую сострадание и лично воплощаюсь, чтобы проявить мою любовь. Я буду лично обучать людей различию между религией и безбожием. Я дам им самый труднодостижимый драгоценный камень – према-бхакти. В Навадвипе, на берегу Ганги, я появлюсь как сын Джаганатхи Мишры и Шачиматы. В своих предыдущих воплощениях я убивал демонов, но как Господь Гауранга я одолею их своей любовью. В иных своих воплощениях я принимал устрашающие формы и могущественное оружие, чтобы уничтожить многих огромных и непобедимых демонов. Однако в Кали-югу я использую оружие моих трансцендентных святых имен, качеств и силу моих према-бхакт. С этим я одолею демоническое умонастроение людей и награжу их чистым преданным служением Радхе и Кришне. Теперь, несмотря ни на что, каждый просто пойдет со мной, и мы разрушим греховную деятельность века Кали. Могущественным топором Нама-Санкиртаны я разрублю крепкие узы демонических желаний в сердце каждого». А теперь слушайте внимательно последнее предложение. «Даже если грешники отвергнут религию и уплывут в другие страны, они все же получат мою милость. Я пошлю туда моего Сенапати Бхакту и спасу их». Сенапати обозначает военачальник или генерал. Бхакта значит вайшнав. Итак, это Чайтанья Мангала, Сутра Канда. Интересно, что Лачан Дас Тхакур описывал жизнь Господа Чайтанья ретроспективно, то есть уже после Господа Чайтанья. А вот явление Шрилы Прабхупады он, можно сказать, предсказал. Легче всегда описывать то, что уже было. А вот то, чего еще не было, что должно быть, это всегда сложнее описывать. И вот здесь мы можем говорить, ну, поэзия, да, поэзия, поэты, у них богатое воображение, мало ли что они там напишут, приукрасят. Да, такое тоже бывает. Но вот в данном случае мы видим, что он, находясь в определенном настроении, в определенной медитации, в состоянии транса, сказал, что вот есть люди, которые могут разбежаться из Бхаратаварши по разным странам, забыть дхарму из-за своих материальных желаний, из-за каких-то ошибок, проклятий, они могут родиться в других землях. Но я их всех все равно соберу обратно. И для того, чтобы этот процесс
заблудших детей своих, осуществить, я пошлю вот этого Санапати Бхакту. То есть это предсказание в будущем времени. И теперь уже мы ретроспективно оцениваем события. Вачандас Тхакур жил до миссии Прабхупады. Мы живем уже с некоторым опозданием, мы не застали начало, но мы в процессе находимся. То есть мы можем уже как факт утверждать, что это пророчество Вачандас Тхакура не пустые слова. И что Шрила Прабхупада действительно проявил качество определенного стратега. Военачальник не тот, кто там просто размахивает шашкой или мечом, или стреляет из лука, а тот, кто имеет в голове ясную стратегию. Сражаться могут рядовые воины. Это не делает их генералами. Генерал – это именно стратег, который видит ясно задачу. Он хорошо понимает поле битвы, он понимает, кто с ним, он понимает, кто на противоположной стороне, он знает, что он хочет, он знает свои ресурсы, возможности, чем он располагает. И на основе этого он строит стратегию. Вот это генерал, это стратег. И в этом плане Шрила Прабхупада проявил достаточное видение, мудрость определенную. Он выделил задачи первостепенные, он выделил задачи какие-то долгосрочные, потому что он прекрасно понимал, что он пожилой человек, у него немного времени, 70 лет, никаких нет иллюзий по поводу там какой-то долгой жизни. И поэтому движимый вот этим вот чувством срочности, срочности, неотложности миссии, он действовал очень решительно, очень быстро. А все процессы были ускорены, ускорены намного. Сам Шрила Прабхупада получил инициацию 11 лет спустя, после того, как он встретил своего гуру. В 22-м году он встретил своего гуру, в 33-м получил инициацию, 11 лет он ждал посвящения. И это квалифицированный человек. Своим ученикам, которые, ну, мягко скажем, были не такими квалифицированными, он давал инициацию через 3 месяца, через полгода и так далее, что, в общем, не соответствует никаким правилам ведическим. Люди не готовы совершенно. Но времени нет. Что делать? Все процессы ускоряются в много-много-много раз. Вот. И Шрила Прабхупада понимает, что он немногое успеет. Многие идеи он кидал как семена, которые необходимо вырастить, развить, превратить в какие-то концепции. Ему сказал учитель, пиши книги, распространяй книги на английском языке. Он не объяснил, как. То есть это концепция должна созреть. То, что я просто там что-то написал, ну и что, а процесс какой дальше? Печать, иллюстрации, распространение, воспроизводство, всего этого. Это же очень сложный процесс, хозяйство целое. И Прабхупада очень многие вещи делегировал, передавал своим ученикам вместе вот с этим благословением, вместе с этой шакти энергии, как вот семя. В семени находится шакти энергия. Если бы в семени не было энергии, из него бы не выросло большое дерево. Да, нужна среда, земля, вода, тепло, солнце, это все нужно, но самое главное то, что в семени есть потенциал. То есть совершенно очевидно, что вот эта инициатива по распространению духовного знания, она не принадлежала Шриле Прабхупаде. Это все было решено до него. Вот мы прочитали в этой поэме 16 века. Это все было решено до него. Поэтому мы не должны воспринимать Шрилу Прабхупаду просто как вот какой-то частный случай. Ну да, в каждой стране есть свои особенности. В Бразилии хорошо футбол играют, в Америке хорошо бизнес делают. А Индия, она всему миру гуру поставляет. Разные гуру, сколько там всего. Каждый чем-то силен. Кто-то бананы продает, кто-то гуру поставляет на мировой рынок. Кто чем силен?
И мы видим, что действительно из Индии вышло много известных гуру, которые как-то повлияли на западный мир. Вивекананда, этот Парамахамса Йогананда, Махариши Махеш Йоги, Шри Чинмой и так далее. То есть как-то все они по-своему прославились, какой-то отпечаток оставили в западном мире. Но ничто из этого не трансформировало сознание людей радикальным образом. Это было как просто такое некоторое дополнение разнообразия. Как, допустим, тот же Махариши Махеш Йоги, он никогда не имел никаких проблем ни с законом, ни с правительством, ни где-то. Его даже практики в ООН там как-то рекомендовали, практиковали. Почему? А потому что у него не было революционной миссии. У него задача была очень простая. Он не позиционировал себя как новую религию. Это просто метод такой, такая техника, психотехника очень хорошая. Можно медитировать каждый день, вы будете расширять свое сознание, успокаиваться. Так вы будете более эффективны в своем бизнесе, в своей семье, в своих отношениях. То есть это просто такое, как это, приложение, дополнение к вашей материальной жизни. И все говорили, отличная вещь. Отличная вещь. Он просто улучшит нашу жизнь. Не поменяет, заметьте. Не поменяет, не перевернет, не совершит никакую революцию. А просто дополнит нашу жизнь. Какие возражения? Никаких возражений. Но то послание, которое принес Шрила Прабхупада, оно обладает именно революционным свойством. Поэтому оно встречало много сопротивления, потому что, ну, революция, сами понимаете, она же переворачивает все. Это же серьезно. Это не просто там дополнение к вашей диете, а это полный переворот вообще. Это вызов вообще всему обществу, всему миру. Непростая штука. И это было предсказано в Шримад-Бхагаватам также, где говорится, что эта Бхагавата Пурана призвана совершить переворот в сердцах заблудших людей Кали-юги. А как она совершит переворот в сердцах заблудших людей Кали-юги, находясь просто в Индии локально? Никак она не совершит. Для того, чтобы эта Пурана произвела этот переворот, ее нужно перевести на западные языки, ее нужно в больших тиражах распространить по всему миру, более того, обеспечить некоторое сопровождение, чтобы люди, читающие это, теперь как-то могли получать ответы на вопросы, там, прояснять что-то такое, укрепляться в этом памяти. Это ж целое дело. Поэтому в этой простой фразе, что эта Бхагавата Пурана должна совершить переворот в сердцах сбившихся людей, Кали-юги, она в себе тоже как семя несет очень много смыслов, которые вот при расшифровке, собственно говоря, и выливаются в понимание миссии. Что есть такая задача. Это не просто какие-то там ради красного словца, да, наша там эта книга перевернет весь мир. Это что-то должно значить. Это целые процессы включает. И вот Шрила Прабхупада, как мы видим уже сейчас, ретроспективно, фактически выступил в качестве этого самого инструмента, что давно в Шримад-Бхагаватам было предсказано, что что-то такое произойдет, Бхагавата Пурана как-то. Но кто ее переведет на английский язык, кто ее распространит? То есть совершенно очевидно, что за всеми этими инициативами Шрилы Прабхупады, перевод, издательство, распространение, стоит божественная воля. Это не его инициатива, он инструмент. Он давил на своих учеников, потому что на него давил этот вот божественный замысел, который он четко понимал, чувствовал и через слова своего духовного учителя, и через собственное сердце. И поэтому, если рассматривать, допустим, наше движение чисто внешне, одно из многих, мало ли каких-то там религиозных групп, такие, сякие, а чем вы отличаетесь от того, от другого, очень ценно и важно как раз проследить корни, увидеть все эти корни в писаниях, в предсказаниях, в традиции, и тогда изменится наше понимание и отношение к тому, в чем мы участвуем. Шрила Прабхупада часто говорил, что сознание Кришны – это наука. Наука означает
Есть теория, есть практика, есть результат, вот это наука. И теория – это самбанха гьяна, которая изложена в книгах. Практика – это процесс, которому Шрила Прабхупада учил своих учеников. Результат – есть результат краткосрочный, который сразу показывает симптомы, что процесс работает. И есть результат долгосрочный. Долгосрочный результат приходит не сразу, он приходит на уровне према бхакти, любовь к Богу. Краткосрочные результаты могут приходить достаточно быстро. Они приходят на уровне садхана бхакти. Рупа Госвами говорит, что вот два результата сразу же проявляются в жизни того, кто правильно практикует садхана бхакти. Клеша гни и шубхада. Клеш огни обозначает, что человек справляется со своими проблемами. Клеш огни буквально означает освобождение от страданий. Не от проблем жизни как таковых, а от страданий. Потому что страдания – это реакция. Карма продолжается, какие-то вещи с нами продолжают происходить, ничего не поделаешь. Как мы на это реагируем? Страдания – это не просто там, что кто-то там заболел, умер, там сошелся, развелся, потерял, получил. Не это страдание, это просто какие-то определенные кармические события. Страдание – это именно наша реакция, как мы это принимаем, как мы это воспринимаем. Вот это будет страдание. И как мы реагируем на вещи – это во многом зависит от нашего понимания жизни. Так вот, самбанха гьяна и практика садхана бхакти меняет наше понимание жизни, наше отношение к жизни, к проблемам. Если человек действительно поднялся хотя бы на уровень гуны благости, его реакции будут другими. Какие-то кармические события с ним продолжают происходить. Но он уже не воспринимает это как страдание. Потому что страдание – это реакция кого? Человека, который хочет наслаждаться материальной жизнью. При помощи самбанха гьяны мы начинаем понимать, что материальная жизнь, наслаждение – это как бы так, не совсем та цель, которая должна присутствовать. Да? Вот, то есть это наслаждение – это просто некая что ли компенсация за страдания. Люди вот так живут. Да? Ну вот мы пострадали, давайте хоть переотдохнем, понаслаждаемся. Вот все. Вот, но смысл жизни – наслаждение. Это просто как некая компенсация, как вот плохая погода, хорошая погода. Вот вы сидели 3 дня, там тайфун бушевал, а теперь мы пойдем на солнышке погреемся, покупаем. Вот и все. Вот так вот. Наслаждение – страдание, наслаждение – страдание. То есть, когда человек при помощи духовного знания меняет свою жизнь, меняет свое сознание, вернее, меняет именно сознание, меняются его реакции. И поэтому вещи какие-то продолжают происходить, но уже нет вот такого болезненного. Да, до какой-то степени. До какой степени мы осознали себя как души, вот настолько страдания нет. И шубхада. Шубхада обозначает, развивается в человеке хорошие качества. Они откуда берутся? Они берутся из гуны благости, чистой образ жизни и так далее. То есть можно сказать, что краткосрочная цель легко проверяема, легко достижима. Долгосрочная цель, прямо бхакти, да, это непростой труд, может быть, даже не одна жизнь на это уходит. Но краткосрочный результат приходит достаточно быстро, проверяемо. Преданные в этом плане совсем по-другому реагируют на вещи, на свои проблемы, нежели обычные обусловленные души. То есть процесс работает. Шрила Прабхупада обучал этому процессу. Но также в этом процессе есть такой фактор, который называется наша индивидуальная природа, сопротивляемость материала. Есть сила тока, а есть сопротивляемость материала. Духовная энергия – это сила тока, это сила этого послания, это сила этой миссии. А сопротивляемость материала бывает разное, мы знаем из физики, проводники, полупроводники, там всякие. Есть какие-то вообще изоляторы, которые вообще ничего не проводят. То есть дерево, какая-нибудь резина, пластик, все, они как изоляторы выступают. А металлы всякие разные, они проводники могут быть. И поэтому мы видим, что то послание, которое Шрила Прабхупада принес и стал распространять, люди по-разному восприняли. Какое-то количество людей, как говорится, когда он так первую стружку снял, шух, первая волна проповеди, первые, кто проклюнулись, люди, которые оказались готовы. Так Кришна все устроил, что
Начало проповеди Шрилы Прабхупады совпало с вот этим вот движением хиппи, которое в Америке распространялось. И хиппи — это были необычные люди. То есть они назывались так называемой контркультурой. То есть они, вот есть как бы естественный ток событий, то, что называется мейнстрим, общее движение общества, да, общие все тенденции. Они шли поперек. Контркультура. То есть они бросали вызов материальным ценностям, они уходили из дома, там, какими-то своими общинами селились, жили просто, так сказать, все. Ну, у них, конечно, свои там издержки были в плане понимания, что такое расширение сознания через наркотики, свободную любовь. Это как бы свои издержки были движения. Но в целом их задача была другая. Они хотели пережить какой-то высший опыт. Какое-то расширение сознания, какое-то вот чувство любви, братства, какого-то единения. Это было время большой моды на восточные учения, особенно из Индии, которые приходили. Как бы так случайно совпало, да? Как бы случайно. Вот эта вот тенденция, запрос в обществе от молодого поколения. И тут Шрила Прабхупада, хоп, а вот вам метод, что вы хотели, да? Философия, пожалуйста, практика, пожалуйста, расширение сознания, пожалуйста, высший вкус, пожалуйста, все, пожалуйста. То есть вот прямо, как говорится, вот пришлось ко двору. Некоторые спрашивают, почему после ухода Прабхупады там, значит, на какой-то там спад, масса, миллион причин. Одна из них — тенденции в обществе поменялись. На смену хиппи пришли кто? Яппи. Кто это такие яппи? А? Young, как там, young, urban, professional, young, urban, professional personality. То есть молодой, городской, профессионал. Молодежь, которые были полностью противоположностью хиппи, полной противоположностью. Это были новые буржуа, которые посмотрели на эти хиппи, на своих в каком-то смысле, так сказать, старших братьев, и сказали: не, мы так не хотим. Все. Если хиппи присоединялись почти сразу после проповеди, им терять нечего. У них ничего нет. Они уже были продукты контркультуры. Яппи — это были такие практично мыслящие, в костюмчиках, с короткими прическами, с галстучками, деловые люди, которые знают, что хотят. Им есть что терять. Таким людям проповедовать почти невозможно вообще. Ну, так они кивают головой, да-да, хорошо, ну, извини, времени, другие задачи. Вот это, конечно, не единственное, но это одна из причин. Тенденция изменилась, много чего поменялось. И Шрила Прабхупада знал, что, он, может быть, не знал во всех деталях, но он прекрасно понимал, что любое развитие идет волнообразно, потому что это уже было до него, это было до ИСККОН. Когда Господь Чайтанья пришел, сначала была большая волна, приливная, взрыв. Сам Господь Чайтанья, носитель према бхакти. И он пришел же не один. Мы знаем, что всегда приходит какая-то форма Кришны с окружением. Вот мы читали проявление Кришны. Сначала он династию Яду послал сюда. Создайте атмосферу, инфраструктуру, все. Босс приходит в последний момент. Готовится. Точно так же Господь Чайтанья пришел, и не то, что он там всех тряс, эй, ты там, значит, давай я тебе расскажу. То есть он уже пришел в какую-то готовую среду. Готовая среда, проявились его какие-то последователи, вот, и вместе с ними началось это движение. Это был большой бум Харинама Санкиртаны. С уходом Господа Чайтаньи постепенно этот импульс стал ослабевать, вплоть до того, что он почти исчез. Как река Сарасвати, которая ушла под землю куда-то. Где-то она там есть, но под землей. Непонятно куда. То есть этот импульс был сначала сильный от Господа Чайтаньи, потом он куда-то ушел. И такая тоненький ручеек оставался, какие-то вот ачарьи продолжали нести. Это все для чего? Казалось бы, куда это все? Кали-юга ж будет прогрессировать, и все оно затухнет. Нет. Потому что у них было понимание, что настанет время, когда будет новый всплеск. И вот они донесли. 19 век, появляется Бхактивинод Хакур. И такой новый всплеск. Он начинает бурную литературную деятельность. Он не проповедовал так сильно много, потому что он был человек такой социальный, много работал, большая семья и так далее. Но он был очень плодотворным автором. И он прекрасно понимал, что теперь нужно какое-то продолжение всего этого. Вот он молился
Джаганатхи, чтобы он послал ему, это называется, луч Вишну, его сын Бхактисиддханта Сарасвати, который очень быстро так собрано действовал. Вот, и в молодом возрасте уже, значит, стал отреченным и с ясным пониманием, значит, хотя, в общем-то, он получил посвящение у Гора Кишорадаса Бабаджи, который был, в общем, так внешне не сильно грамотным человеком. Не то, что он там какие-то курсы лекции ему прям давал вот такое, да, и там Бхактисиддханта Сарасвати всему учился. В нем это уже было все. Раз, два, и все это раскрылось в нем. Вот. И он начал это движение, миссию Гаудия Матх в Индии. То есть теперь это знание для того, чтобы предвосхитить вот приход Прабхупады и дальнейшее, так сказать, оно должно было быть организовано. Вот. И потом, значит, появляется Шрила Прабхупада. Вот, он всеми этими вещами вдохновляется, потому что он с рождения тоже вайшнав, он в вайшнавской семье родился, как вот он пишет в комментарии к Бхагавадгите 6.44, по-моему, и там говорит, что вот те, кто практиковали в прошлой жизни и так далее, потом они возрождают свое божественное сознание, рождается семья трансценденталистов и так далее. Вот Прабхупада говорит, что и мой духовный учитель, и я родились в таких семьях, и потом мы встретились по законам духовной природы, Прабхупада в комментарии там пишет. Вот. То есть Кришна свой план издалека так вот ведет, ведет, в каждом поколении добавляет какие-то элементики, все это постепенно оформляется, как это сейчас модно называть, многоходовка, да? То есть такая многоходовая ситуация у Кришны. Вот. И в какой-то момент казалось, что миссия почти пропала после Господа Чайтаньи, она почти затухла, потом раз какой-то новый всплеск появляется, потому что Кришна же знает законы времени, он же знает, кто, когда, где, какая будет ситуация, где, когда, кто что может принять, и постепенно готовит, готовит, готовит все это. И когда он в 36-м году сказал Прабхупаде, незадолго до своего ухода, что вот, значит, давай, я на тебя делаю ставку, проповедуй, переводи книги, распространяй книги на Западе. Потому что вот Лачан Дасхакур сказал, что если люди разбегутся на Запад, мы их там достанем. Мы их достанем. Вот. И поэтому Шрила Прабхупада не ходил в традиционную гурукулу. Да ее и не было-то в Калькутте. А куда он ходил? В шотландский церковный колледж, где была хорошая возможность выучить какой язык? Английский. Для того, чтобы потом именно на этот язык переводить все это. Такая маленькая, как бы случайная деталька, да? Калькутта, она же была столицей Индии в какой-то момент. Это достаточно поздно перенесли там уже в Дели. На какой-то момент она была столицей именно этой вот Индии, как британской колонии. И поэтому там было, ну, как бы такой, в какой-то степени цвет британской интеллигенции сосредоточен, как столицы, да, потому что они там же пытались, надеялись индусов превратить в своих. Вот. Потом у них ничего не получилось из-за этого движения Ганди, и они, так сказать, ретировались, ушли. Индия стала независимой. Сбылась мечта Прабхупады, теперь можно духовными вещами заняться. То есть мы видим, как интересно Шрила Прабхупада, как стратег, строил все. И, хотя мы знаем, что ведическая концепция какая? Ведическая концепция состоит в том, чтобы постепенно дать человеку возможность жить материальные желания, карма-канда, гьяна-канда и так далее, потом постепенно очищается из всего, становится бхактой. Нет времени на эту классическую ведическую модель у Шрилы Прабхупады, поэтому он сразу раз дает бхакти и к удивлению это принимает. И это означает, что люди, которые приняли, это непростые люди. Это совсем непростые люди. Точно так же, как с Кришной пришли его вечные спутники, с Господом Чайтаньей пришли его вечные спутники. Прабхупада вроде как казалось, что он едет вообще в никуда. Почему в ведические времена существовал запрет для саньяси пересекать океан? В чем суть этого запрета? А дело в том, что за океаном живут яваны, варвары. Если ты пересечешь океан, ты неизбежно попадешь под влияние этой культуры варварской. Ты будешь есть их пищу, жить в их культуре и испортишься. Вот в чем суть. То есть было ясное понимание
в ведической культуре, что за океаном живут варвары. Все разговоры там, какие-то там развитые культуры, а вот инки, а вот индейцы майя, а вот то, все, Южная Америка, какие-то там пирамиды и прочее, прочее. Это же тоже все цивилизации были, Атлантида, т.д. и все прочее. Да, но это бездуховные цивилизации. Или с каким-то минимумом духовности. Или какая-то мирская духовность. Все что угодно. Вот. И ведическая цивилизация – это именно духовный центр мира всегда был. Этот потенциал он до сих пор остался. И сейчас даже Индия хочет переименоваться к старому названию, вернуться – Бхарата. На самом деле у них на деньгах-то всегда было написано «Бхарата Ганараджья», «Царство Бхараты». Это всегда было написано. Итак, по-английски «The Bank of India», там, а на хинди написано «Бхарата Ганараджья». То есть они всегда называли свою землю Бхаратой. Индия – это мусульманское название, это не родное их название. То есть что-то такое начинает происходить, какое-то осознание себя, какой-то такой духовной идентичности, связи со своими корнями, потому что Бхарата – это же необычный человек. И, пожалуйста, его жизнь даже описана немного в пятой песне Бхагавата, кто такой был Бхарата. Но я что хочу сказать, что в день явления Шрилы Прабхупады мы не просто говорим о его биографии, в таком вот сделать то, в таком. Я пытаюсь как раз немножко другое сказать. Показать его в исторической перспективе, что он стал фигурой, которая служит исполнению плана, давно составленного. То есть не какая-то там историческая случайность, что еще один индус решил заработать денег на доверчивых западных людях и поехал туда как какой-нибудь там Шри Чинмой или Раджнишда и сделал там свое дело. То есть это совсем, совсем другое, хотя чисто внешне, посмотрите глазами, кажется, что это подобные вещи, если мы не понимаем истории, не прослеживаем всех этих корней, всей этой связи с шастрами. И как стратег Прабхупада принял правильное решение, что сейчас нету времени на всю эту раскачку ведическую, карма-канда, гьяна-канда, он сразу дал бхакти. И люди приняли. Приняли обозначает были готовы. То есть это непростые люди, совершенно очевидно. То есть мы начинаем понимать, что мы все тут, люди на земле, как такие, знаете, посевы, как вот, допустим, сеятель, бросает семена в одну грядку, в другую, третью. И, в общем, сеятель-то точно знает, где, в какую грядку он что посеял. Они там прорастающие, так сказать, ну так, себя до какой-то степени сознают, но у них нет понимания, кто такой сеятель, почему он их туда, в это место, именно на этой грядке посеял. Люди говорят, мы там американцы, мы англичане, мы... То есть они вот как-то так проросли на какой-то почве, да? И вот это они до какой-то степени сознают, все, больше они ничего не сознают. Кто, когда, зачем, с каким, какое у них прошлое, они ничего не знают. Они родились, как невинные слепые котята, да, они ничего не знают о своем прошлом. Но Кришна знает, кто они, что они, кто, когда, где жил в этой Бхарате, практиковал ведическое знание, потом там, может быть, какие-то ошибки совершил, где-то как-то там они разлетелись, разбежались, тут, как говорится, ветром семена переносят туда или сюда, опыление какое-то, да, разбежались. И Прабхупада говорил об этом, он говорил, обращаясь к своим ученикам, он говорит, вы индоарии, то есть прямо он говорит, вы индоарии, то есть он указывал на вот это вот происхождение, что вы связаны с Бхаратой, с этой святой землей, потому что иначе вы бы не приняли всех этих вещей, просто бы не приняли. Вот. И вполне естественно, что если где-то кто-то там у вас из вашего хозяйства куда-то там разбежался, потерялся, то вы начинаете искать, там, спрашивать объявления, клеить, кто там видел за вознаграждение, прошу вернуть, да, моего кота или что-нибудь еще такое. Фотографии там, сказать, разыскивается. То есть Кришна сеет живые существа в определенных местах, в определенное время, а потом он собирает урожай. Это его игра, это его замысл, это его стратегии.
Мы так чуть-чуть что-то такое осознаем в этом, слегка, немножечко, но всей широты картины мы, конечно, не понимаем. И только вот так ретроспективно мы можем понять, что вот так вот как бы случайно так сложилось, что Прабхупада поехал в Америку, и там как-то случайно все стало получаться. Да? Один из религоведов американских написал даже книгу «Взрыв Хари Кришна», «Хари Кришна Explosion». Все это как взрыв было. Этот период с 66-го, значит, там по где-то вот 75-й, 6-й годы, это прямо как вот тут, прямо как лесной пожар распространялось. Там Нью-Йорк, потом Сан-Франциско, потом Монреаль, потом вся Америка, потом в Европу они поехали. И Прабхупада просто, он сам был поражен. Он был сам поражен тому, как это все происходило. То есть, потому что некоторые говорят, ну вот, он же ачарья, он должен все был знать там, и так далее. Он знает ровно столько, сколько Кришна ему открывает. В течение 65 по 66 год у Прабхупады на начальном этапе вообще почти ничего не получалось. И он регулярно ходил в этот порт и узнавал там, когда следующий пароход в Индию, что, ну, что делать, я вот что смог, то сделал, ничего не получается, надо обратно ехать. Это не то, что было какое-то его там лукавство, да? Вот. Он смотрел на ситуацию здравыми глазами, ну какой смысл тут жить, я попробовал, ничего не получается. Вот. И в какой-то момент, когда он уже был, в общем-то, близок к тому, чтобы, как говорится, сворачиваться и возвращаться обратно, раз, появляются какие-то люди, какие-то возможности, и все начинается склеиваться, прям какой-то принцип домино, одно за другим, пошла вот такая вот цепная реакция. То есть Кришна в какой-то степени проверил решимость Шрилы Прабхупады, протестировал его. Шрила Прабхупада тоже за это время познакомился немножко с людьми, как-то стал понимать, как тут жизнь устроена, что здесь к чему, потому что там все совсем не так, как в Индии. Люди совсем другие. Вот. И пошло-поехало. И Прабхупада не просто распространял духовное знание, а он следил за тем, как люди его принимают. То есть для него всегда была очень важна обратная связь. И когда мы говорим, что вот были проблемы там у того, там какие-то там падения, отклонения, что-то еще, можно это воспринимать как некие негативные вещи, то, что там репутацию портит и так далее. Но Прабхупада смотрел другими глазами. Он смотрел глазами духовного знания. То есть что это означает? Если люди, допустим, ничего-то не могут принять, то у этого есть какая-то причина. Значит, нужно что-то другое. Он говорил, хорошо, давайте там, семья, там какие-то там пытаетесь строить какие-то там сельскохозяйственные общины, что-то еще. Это тоже непростая очень вещь, мало где что, честно говоря, в этой сфере удачно получилось. Но он думал активно об этом. Он думал активно, он понимал, что в каком-то таком режиме, такого отречения, постоянного напряжения, миссии, ну, кто может продержаться, там, они когда устроили этот марафон, что за 2 месяца издали 17 томов читания Чаритамриты, это, конечно, героический поступок, но все понимали, что в таком режиме жить постоянно это просто невозможно. Это они там не есть, не спать, то есть в каком-то, ну, прямо как стахановцы в забое, да, вот так вот они пахали. Вот, и Прабхупада показала, что да, чудеса возможны, то есть он говорит, ничего невозможного нет, если напрячься. С другой стороны, он понимает, что так жить большинство людей, конечно же, не может. Эти брахмачарские ашрамы, где там 10 человек стоят в очередь в туалет, да, и так далее, все, ну, кто в таком режиме выживет, да, то есть людям какой-то там комфорт, что-то еще там, какие-то вещи нужны. Поэтому он прекрасно понимал, что движение будет иметь, так сказать, ну, разные свои проявления, потому что разные люди, есть миссионеры, люди, которым, ну, мало что в материальном плане нужно, которые как-то могут вот больше жить вот именно на основе духовной энергии. Будут люди, принимающие Кришну, но они вот такие, то есть со своими какими-то материальными запросами, компромиссами и так далее. Вот. И будут проповедники, соответственно, и такие, которые, можно сказать, обслуживают разные тенденции, потому что разная аудитория имеет разные запросы.
В какие-то моменты, допустим, в той же Америке там, значит, пошла такая резкая, как это сказать, индусизация искон, то есть все меньше и меньше белых людей, все больше и больше индусов, потому что в Америке достаточно большая индийская диаспора. Вот. И им легче проповедовать. Они уже все про Кришну что-то слышали. Эта культура у них в крови. Им только сказал, приходите к нам в храм. Он не только сам придет, он еще с собой там три семьи приведет. А там семьи, ого, человек по 10, как минимум. Вот. То есть очень легко. Это не то, что там с каким-то белым человеком спорить, кто-то ему будет говорить, а вот там то, а вот это, а как же Гегель, а как же Ницше там. У индусов у них этих заморочек вообще в голове нет. Они легко приняли. Кришну, Хари Кришну, все хорошо. То есть, и теперь мы начинаем наблюдать интересные вещи. Так много индусов, они получают духовные знания, а теперь мы начинаем уже интересные тенденции. Эти индусы, они уже там начинают, так сказать, в президентских выборах участвовать, они уже там речи разные произносят, то, все, другое, люди с благостными лицами, люди совсем другие. То есть у Кришны какой-то план совершенно невероятный, мы даже не знаем вообще. Мы видим только, ну что-то может быть на полшага вперед, может быть на три шага вперед. Мы все игры не знаем всех этих вещей. Вот, но если мы смотрим на всю эту ситуацию духовными глазами, мы понимаем, что Шрила Прабхупада не один из индусов, который решил попробовать счастье, так сказать, сделать деньги и бизнес в Америке, а он является как раз представителем вот этого высшего плана, который интересным образом начал разворачиваться за какое-то время до нашего, так сказать, включения. И он разворачивается в наших глазах, и также мы понимаем, что у нас тоже какие-то тенденции не все простые, да? То взрыв, то какой-то спад, то там что-то еще. Мы говорим, почему так? Хотите знать будущее, посмотрите в прошлое. То есть, как эти вещи... Это уже было. Подобные вещи уже были. Но в чем мы можем быть уверены полностью? Это в том, что эта миссия, поскольку она начата не просто каким-то индусом, она начата Кришной, и она имеет свое какое-то определенное развитие и какую-то свою определенную цель. И хотя она тоже будет проходить, как вот река течет, и вот посмотрите, самолет, какая река. Казалось бы, ну сделайте ровную реку, в чем проблема? Да? Вот такие все реки, вот такие вот, ровных почти нет. Да? Вот. То есть точно так же иногда курс нашей миссии или жизни, он тоже какие-то вот такие вот зигзаги делает, и мы не всегда понимаем, почему это так. Потому что у нас нет перспективы, масштаба, видения. Мы тут маленькие, как сказать, муравьи, бегаем на этой земле. Нам очень тяжело себя увидеть в какой-то перспективе. Но вот есть такая сила времени, история, которая позволяет нам ретроспективно оценивать уже свершившиеся события. То есть все, что требуется от нас, это постараться... Вот это послание, которое Шрила Прабхупада не просто дал, а стратегически изложил, то есть какая-то определенная последовательность событий, найти свое место. Иногда мы говорим, вот миссия обозначает распространение книг, да, вот все такое, такая у нас миссия. Но что стоит распространение книг без переводчиков, без корректоров, без редакторов, без иллюстраторов, без всех, ничего не стоит. Поэтому мы должны понимать миссию значительно шире во всей взаимосвязи. Да, есть люди, которые будут впереди, есть люди, которые там позади, но это все одно. Это все одно. Вот. И поэтому иногда мы слышим, конечно, такие чуть-чуть какие-то фанатичные речи, там, все там на распространении книг, там, то да сё, и так далее. Это правильные речи, потому что иначе как эта миссия это вырулит. Вот. Но наше понимание миссии должно быть глубже. И каждый человек, Шрила Прабхупада фактически так подал духовное знание, что каждый может найти себя. И всегда есть какие-то возможности. То есть духовная жизнь обозначает широту возможностей.
Хотя есть какие-то люди, которые выступают вроде бы как такие, ну, модели, роли, да, или какие-то идеалы, образцы. Вот, пока набор таких людей ограничен, может быть, там кто-то думает, что это надо обязательно всем стать саньяси, там, или что-то такое, вот, всем стать распространителями книг. Это одна из моделей жизни в преданном служении, которая годится как вот, ну, образец для подражания какой-то определенной категории людей. Вот. Есть другие, большая часть людей — это семейные люди, одухотворение своей деятельности, одухотворение своей семейной жизни, одухотворение окружающей среды. Прабхупада об этом все больше и больше говорил уже ближе к концу своей миссии, потому что он видел, что хотя наш главный процесс воспевания, это основное, самое главное, даже оно не всегда спасает людей. Кто там были? Король Киртана, император Киртана. Какие только американцы любили так очень такие звучные титулы давать всякие. Где они, эти императоры и короли? То есть для того, чтобы воспевать святое имя на уровне вот такой чистой любви к Богу, требуется квалификация. А то, что сила времени кого-то подняла, а потом опустила, ну вот он был король, сейчас он нищий. Что же это за король, который стал нищим? То есть Шрила Прабхупада видел все эти вещи. Он не просто распространял духовное знание, он смотрел на реакцию, а что происходит? Как люди принимают это все, да? Может быть, нужны какие-то страховочные механизмы, какая-то помощь, поддержка, что еще можно сделать? Вот, поэтому он давал также элементы духовной культуры. Он говорил много варнашам, и, конечно, варнашам, как полновесная социальная система в Кали-Югу, она не рабочая, но природа какая-то у нас у всех есть материальная, какая бы ни, она смешанная ни была, она есть, задействуй ее, используй ее в служении Кришне. Не можешь вот так, действуя это, Шрила Прабхупаде приходилось по ходу дела адаптировать кучу вещей. Вот он вчера был передовой проповедник на рубеже, там какой-то там саньяси, сегодня он приходит, никакой, ноль. Как это он там был наверху, вообще непонятно, сегодня он ноль. И Прабхупаде нужно задействовать его. И он говорит, ну хорошо, так не получилось, давай так. Он не был каким-то таким, хотя он в каком-то смысле, в хорошем смысле, был перфекционистом и максималистом по задачам, по целям. Но в практических вещах, когда он видел практических людей, он говорил, ну хорошо, это не получилось, давай вот так. То есть ему приходилось адаптироваться. Вот, но начинал он, конечно, с самого ценного, потому что он знал, ну что, времени нет, нет возможности ввести сначала правильную систему, потом людей расположить в этой системе согласно их квалификации. Нет времени. Нет времени. Нужно распространять это знание по максимуму. Потому что он прекрасно знал, что после его ухода, после ухода какого-то ачарьи, всегда миссия переживает какие-то трудности. Потому что новая идентификация, новые лидеры, за кем идти, это всегда сложно. И он знал, что так будет. Вот, поэтому, но он как бы прекрасно понимал, что не на нем мир держится. Он понимал, что это Кришна. Начал миссию, поэтому как-то он продолжит. У него не было ощущения какой-то там незаменимости. Он свой вклад какой-то сделал, внес и так далее. И тем не менее, Шрила Прабхупада, как основатель ачарья нашего движения, дал главный импульс, и он дал послание, которое является очень непростым и многоуровневым. Можно сказать, что Шрила Прабхупада дал простую формулу, да, вот там, киртан, лекция, прасад, пойте святое имя, будьте счастливы, вот, вот вам прямые анги, прямые процессы бхакти и так далее. Но Шрила Прабхупада также дал много идей, которые могут составить некий поддерживающий механизм, поддерживающую систему для тех людей, которые, вот, сказать, в полной мере не могут предаться Богу. То есть есть шудха бхакти, то есть вот, чистая преданность такая, бескомпромиссная. Все эти люди фактически не живут в материальном мире, трансценденталисты полные. И таких людей не так много. Вот, большая часть людей нуждается в какой-то структуре социальной, одухотворенной, в каких-то вот этих вот поддерживающих системах, которые помогают человеку практиковать духовную жизнь. И Шрила Прабхупада хотя бы в форме семени очень много дал таких идей, которые преданные должны как-то прорастить, оформить,
реализовать. Поэтому для нас Шрила Прабхупада – это как такой глашатай истины, который за очень короткое время внес огромный, невероятный вклад. И мы должны воспринимать его именно как божественного посланца на основе этих вот всех предсказаний, на основе того, что вот эти все разгон уже дан в шастрах, идеи, главные эти вот какие-то стартовые предсказания, они все даны. И теперь мы видим, как это реализуется во времени. И наша роль, наше участие – это вот что-то свое, то есть что, чем я могу быть полезен, какая у меня моя природа в этом вопросе. Вот, и никогда не терять веры и надежды, не превращаться в таких, знаете, всепропальщиков. О, все пропало, Шрила Прабхупада ушел, там такие проблемы. Посмотрите назад. Эти вещи уже были, миссия уже переживала какие-то все эти вещи. Причем после самого Господа Чайтаньи. Мы не должны быть какими-то глупыми, наивными дурачками, которые думают, что вот мы что-то начали, все сейчас у нас прекрасно будет, всегда там все время, так сказать, на взлет мы будем идти. Нет. Потому что есть материальная природа, есть какие-то божественные планы, и кроме этой миссии есть еще карма этого мира, которая тоже реализуется, и у Кришны параллельно масса всяких разных процессов идет в этом мире. И как есть вот какие-то периоды, когда все легко миссия раскрывается, есть какие-то периоды, когда все начинает пробуксовывать, но если у Господа есть какой-то определенный план, это значит, что он так или иначе пройдет и будет развиваться. И нам необходимо просто найти себя в этой миссии и всегда быть на связи с Шрилой Прабхупадой. Мы не просто прославляем Шрилу Прабхупаду, мы должны быть связаны с его посланием. Шрила Прабхупада говорит, что я буду жить с вами до тех пор, пока вы будете читать и изучать мои книги. Вот, для нас сейчас Шрила Прабхупада в своих книгах. В последнее время очень модно разговоры, беседы, там Прабхупада то сказал, то. Прекрасно, книги сначала изучить надо, это основное. А в разговорах, в каких-то там лекциях и так далее, много ситуативных высказываний, которые Прабхупада один раз сказал так, другой раз сказал эдак. В книгах все универсально сказано. Поэтому наш контакт с Шрилой Прабхупадой через чтение, погружение, изучение, практическое применение этих книг, вот так будет реализовываться его план. Шрила Прабхупада ки джай.